Короче, пацаны, тут такое дело. Я тут создал вот такую дрянь. Она забагованная. Ее не видно, короче. Хрен знает где. Берешь вот так вот делаешь. Полигонов там тьма. Вот. И все. И смотрите, что дальше будет. Обратите внимание на счетчик высоты. Надо отключить эту фигню, как ее перегрев. Вот так вот надо сделать. Ну понятно, да, что происходит? Это вот взлетно-посадочная полоса. Осталось там. А, вот он. Как бы вот он, но его нет, как бы. А, вот он. Ёпт, какой мелкий. Или чё это? Я даже приблизиться к нему не могу. Что? Короче, хрен знает. Блин, я вообще фокус потерял. А, во-во-во. Такая воронка, короче, за ним. И вот я куда-то лечу. Внизу ни хрена нет, причем вот если посмотреть вниз, там что-то все синее-синее такое. Но ожидается, что там мантия, да? Раз мы внутрь падаем. Смотрим карту. На карте показано, что мы внутри планеты, как бы. Ну, наверное, внутри. Типа вот мы. Безымянный парад. О, краснеть начал. Я так и не понял, что его не видно, не то он слишком мелкий у меня получился. Я вот его только сделал, вот только прям закинул вот сейчас и это, обнаружил этот божок такой. Минус 67 тысяч уже. Ну, собственно, минус 70 километров. Но мы, смотри, греемся. Космос, как в атмосфере. А движемся мы все еще внутрь. О, смотри, уже пониже. Слушайте, это Кербин-то какой здоровый, а сколько там в нем километров-то? И скорость главная. Все растет и растет. Отличный вам солнце светит нам. Мы под землей, типа, солнце. Пофиг ему вообще. Здесь что дальше будет? Вот он пройдет. Сквозь землю и дальше что? Ну, сквозь землю. Ой, нажал. Блин, не взорвется, что ли? Слушай, ну если это 211 где-то, да, раз, два, три, четыре, то ты тысячу километров получается, что ли? Примерно. Посмотрим, что будет. Это, конечно, уныло ждать, да, но если интересно,
было видно, да, что мы в центре Земли, Кербина. Потому что нигде, ни с какой плоскости не показывает, что он на поверхности. Следовательно, мы в центре. Посадочный уже не видать. А, вон он. Вон точка там. Кажется. Вроде да. ФПС, ты что? Ты что, родной? Где мой ФПС? Алло, горожане. Под землей с ФПСом вообще все плохо. Куда ФПС-то делся, И здесь его нет, главное. Четыре фрейма в секунду у меня FPS показывает. Блин, в космос что ли слетать? Чё-то аж по космосу соскучился аж. Какой-нибудь упурат сделать. Летающий. А то что-то ползаю, все ползаю. Давай. Скорее не времени, сейчас траектория собьется. Во! Так, 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 так. Так быстрее. Так лучше. Давай, давай. Ох, лучше не трогать ничего. Ох, не трогать лучше. Ох. Куда ты полетел, родной? Так, 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 тихо. Тихо, 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 говорю. Ага. Что, в другую сторону, что ли, полетел? На подъем. ФПС. Сделайся. Сделайся хотя бы 10. Хотя бы 10. Не 2 же. Что? Почему космос? Черт! Что случилось? Что случилось? Все, уже в космосе. Как так? А FPS все равно 2. Я вообще ни хрена не понял, но под землей побывал. Теперь уже в космосе. Скорость 35 тысяч километров в секунду. Нормально. С двумя FPS-ами-то. Не, ну ладно.
Лобань снижает движение на поверхности. Используйте физическое ускорение времени. Какое чё? Физическое ускорение времени? Это как? Я чё-то не знаю. Физическое ускорение времени. Когда? Часы перемотать, что ли? Что? Физическое ускорение времени. Физическое ускорение времени. Физическое ускорение. Я, наверное, точно что-то не знаю. Ну ладно. Ну, короче, вот. Побывали в центре планеты. Дальше я не знаю, что будет. Ну, так и будет, наверное, лететь, лететь, пока. Такие вот дела, пацаны. Пока-пока.